Привет, друзья, с вами Ваймс, я продолжаю играть в Afterbirth, и сегодня я хочу поиграть за синего чувака в гридмод. И за него играть довольно ужасно. Я немножко попробовал, так себе. Потому что у него только синие сердца, у него нет никаких особых плюсов, так что нужны достаточно имбовые предметы. И удивительно, но эта фигня прибавила мне урона. Это очень редко бывает, обычно все становится хуже. Новые таблетки, я понятия не имею, что делают. Но что-то они делают, наверное. Или, скорее всего, они ничего не делают. Потому что статы вроде как не изменились от того, что я таблетку сожрал. Кроме, возможно, понижения удачи. Или я... Нет, наверное, удача меня понизила. Этой фигней. Ну, тут есть кое-что хорошее. Прибавка урона. Один из пауков заспавнился на динамите и сразу взорвался. Или, точнее, два паука. И один из них дропнул эту фигню. Ну, у меня будут бесконечные бомбы. Или, по крайней мере, очень дофига бомб. Но я не думаю, что это то, что мне нужно. Также как-то не похоже, что у меня урон вырос на самом деле, потому что я этих всех врагов все еще с трех выстрелов убиваю. Хотя должен с двух. Так что у меня 4,5 урона, по крайней мере, точно нет. Ладно, рестарт. Это слишком хрень. Это тоже, в принципе, хрень, но это хотя бы повышение жизни. И скорострельности. Скорострельность, кстати, показывается... Она не то чтобы неправильно показывается. У меня показывается не скорострельность, а задержка между выстрелами в кадрах. То есть 8 кадров между выстрелами. Нет. Это та таблетка, которая сразу... заставляет меня рестартить. Этот предмет довольно бесполезен. Дальность и удача. Ни то, ни другое мне особенно не нужно в этом ране. Так что нет. Это одно сердце. Тоже не супер. Я буду просто проверять эти две комнаты. Если хотя бы в одной из них нет чего-нибудь реально хорошего, то рестарт. Потому что мне нужно что-нибудь реально хорошее. Скорострельность и скорость выстрелов — это что-то более-менее хорошее. И куча бомб. Ну, это заставляет меня посмотреть, что еще есть на этом этаже. Но, скорее всего, это тоже рестарт. Да, слишком... Хотя... Слишком много пауков, конечно, но я могу теперь проверить эту комнату. Технология или тройной выстрел? Технология веселее. Статы не меняет, зато у меня лазер вместо обычного выстрела. Оно разве так выглядело на персонаже? По-моему, немножко изменилось то, как оно отображается. Спрайт. Не знаю. В общем, лазер мгновенно долетает, пробивает врагов насквозь. Но он не может стрелять под углом. То есть только 4 направления. Когда я стреляю обычными выстрелами, я могу в движении стрелять, и поэтому они немножко под углом летят. С лазером такое не прокатывает. Но зато он пробивает врагов, и зато из него попадать легко. Ну и в принципе он веселый плюс. Нет, скорострельность он не прибавляет. Мне казалось, там есть какое-то небольшое изменение скорострельности, но, видимо, я ошибался. Ну окей, основная проблема лазера — хитбоксы. Он у него не совсем там, где сам лазер. Так что очень поможет самонаводка, если я ее смогу получить каким-то способом. Окей. И это последняя волна. Посмотрим, что я сейчас куплю. Это в этом ранее или не в этом было? Как оно называется? Фиолетовый шприц, в общем, который прибавляет урона. По-моему, в этом. Нет, в этом были зубочистки, что тоже, в принципе, норм. Скорострельность и скорость выстрелов. Скорость выстрелов никакой роли не играет, но скорострельность — это хорошо. Это очень хорошо. Окей.
Это легкий босс, естественно. И второй босс тоже довольно несложный. Окей, остался только босс. И это хорошо. ДПС, конечно, маловато у меня все еще. Но я все еще могу его увеличить каким-то способом. Например, взять какое-нибудь повышение урона. Желательно много каких-нибудь повышений урона. Окей, что? А, у меня нет денег, чтобы еще что-то купить, но мне и не нужно ничего покупать. Окей. Скорее всего, сделку сделаем, я не смогу купить, потому что, собственно, у меня два синих сердца. Так что, если эта сделка сделаем не дает мне больше синих сердец, то она меня убьет. Что не очень хорошо. Ну, иногда это хорошо, если у меня есть дохлая кошка, так что, если там предлагается дохлая кошка, то я ее куплю, конечно же. Но дохлые кошки и предметы, которые дают сердца, это, по сути, основное, что я могу там купить. А, паук выжил. Окей, это все я купить не могу, потому что у меня, собственно, нет сердец. Пентаграмму я бы очень хотел купить, но она не прибавляет мне жизни. Так что она меня убьет. Ну ладно. Окей, пауки — это не проблема. И что будет на втором уровне? На втором уровне будет эта фигня. Тринкет плюс восстановление, точнее не восстановление, а прибавка одного синего сердца. Или даже просто одно сердце. Не помню, но для меня в любом случае синее. Что тут продается? Что-то новое, куча сердец. Кучу сердец я хочу себе получить. И два ключа. Не продаются, а можно достать просто так. Я за. Также я за то, чтобы этих чуваков взорвать. Увы. Ну, еще 5 бомб. Тоже неплохо. Ну и, наверное, я оставлю себе детонатор. Детонатор — это, по крайней мере, весело. В общем, мои бомбы сами не взрываются, но я могу их взорвать пробелом. Секретки, которых нет. Они могут быть. Стоп. Вот что делает этот тринкет. Дерьмо взрывается. Окей. Стоп, это делает дерьмо более полезным, чем детонатор. Если мое дерьмо тоже взрывается. Сейчас надо будет проверить. Окей. Ну, посмотрим. Может быть, из этого рана что-нибудь хорошее выйдет. Хотя я не уверен все еще. Лазер, конечно, веселый, но, блин, кроме него у меня ничего особенного нет. Скорострельность высокая. Хотелось бы еще больше, чтобы совсем миниган был. Так хотя бы весело будет. Ау. Окей. Так, ну это куча сердец. 4 конкретно. И это еще что-то. Так, ну-ка. Да, работает. Ура. Понижение дальности на меня вообще никак не влияет, потому что у меня бесконечная дальность.
Ну и все, больше мне здесь, по крайней мере, делать нечего. А, зато я могу зайти сюда. Еще бомбы. Бомбы мне не особенно нужны, учитывая, что у меня дерьмо взрывающееся есть, которое можно использовать. Я не уверен, когда именно его можно использовать. Да, не сейчас. Ну ладно. Бывает. Окей. Вау. Интересный чемпион. Ну, к счастью, я могу быть очень далеко. Окей. Нифига себе. Очень интересный чемпион. Да, меня очень радует, что я могу быть далеко. Ну окей. Денег мне не хватает, чтобы что-то купить. Это плохо. И это мне денег не даст. Это тоже не супер. Ну, возможно, сделка с дьяволом будет полезна, или комната ангела, если он там заспавнится. Идеально было бы ангел и святые слезы. Святое сердце, не святые слезы. Потому что самонаводка, прибавка урона и вообще все хорошо. Чуть менее идеально дьявол и любые хорошие прибавки урона в идеале с чем-нибудь еще. То есть там какой-нибудь абаддон или куда там ударение. Плюс, скажем, пакт. Это был бы очень хороший набор. Ну, есть еще, конечно, Бримстоун, но он слишком неинтересный. Я, конечно, буду его применять, если я смогу. Почему там дыра осталась? А, все, исчезло. Ну, ладно. Готово. И да, комната с ангелом, и... Ну, это не супер, конечно, но хоть что-то. Тут что-то хорошее еще было? Нет. Тут ничего хорошего не было. Окей, следующий уровень ждет меня. А, ну и секретка. Секретка тоже меня ждет. Нормально. Еще одно синее сердце. Окей, что здесь? Еще одно синее сердце. Не супер, но все-таки. Нож, допустим. Да, лазер остается с ножом. И это офигенно. Здесь... Ну, как минимум, это еще одно повышение скорострельности, правильно? Да. Причем оно работает. Мне все еще не кап скорострельности, и этого повышения хватает до следующего брейкпоинта. Скорострельность, естественно, она... Ну, как бы... У меня не скорострельность, а задержка между выстрелами в кадрах, и задержка это не может быть меньше одного кадра, так что... если что-то прибавляет мне немножко скорострельности, у меня сейчас задержка в 5 кадров, то, в общем, ее может не хватить, чтобы получить 4 кадра. Возможно, мне стоит нож использовать исключительно как дополнительное средство ближнего боя. Потому что этот лазер с такой скорострельностью, это просто само по себе весело. А если враги подходят ко мне, то у меня есть нож. Как-то вот так. К сожалению, урона у меня нет. Это в данный момент самая главная проблема. Если бы у меня было хотя бы там в 2 раза больше урона, то все работало бы намного лучше.
Окей. А еще один. Все. Что там еще продается? А еще скорострельность и два синих сердца. Я за. И этого вот уже не хватает, чтобы еще повысить мне скорострельность. Печаль. Ну ладно. Больше мне тут делать и нечего, так что... Так что я пойду все убивать, черт. Ненавижу эту его атаку. Если я близко, то я не могу от нее увернуться. Война. Опс. Окей, и... Ау. Это нехорошо. Это совсем нехорошо. Это очень плохое сочетание двух боссов. Особенно учитывая мой базовый урон. Дайте урона. Но... Это... А хотя нет, это довольно много урона. Удивительно. Это не должно быть столько урона. Это вообще должна быть довольно маленькая прибавка, так что я не знаю, что тут... Чёрт, что тут происходит. Окей, нужно поменять или тринкет, или активный предмет. Потому что иногда я буду ножом сразу же эту хрень взрывать, что очень сильно мешает. Ну, я могу просто не использовать активный предмет. Ну тогда нафига он мне? Окей, еще одно синее сердце. D100. Бомба на бомбу. Да, точно. Это куча сердец. Но мне сейчас совершенно не нужна куча сердец. У меня и так вполне достаточно. Но это все мне тоже не нужно. Ну, ладно, я куплю себе ключ. Посмотрю, что у меня за второй предмет. Что это вообще? Окей. Я не знаю, насколько это мне помогает, но окей. Что здесь происходит? Ничего хорошего. Жаль. Глаза. Ну, это, естественно, отравляет и... Вау. Отравляет, замораживает и пускает эту волну по земле. Я вообще не люблю такие активные предметы, которые наносят урон врагам, причем еще и не всем в комнате, а только конкретным. Ну, если только эти активные предметы не перезаряжаются мгновенно. Или за одну комнату, или что-нибудь подобное. А, возможно, оно все-таки всем в комнате наносит урон. А, нет. Окей. Бомб у меня нет. Ну... Почему сплошной бесполезный хлам? Это еще скорострельность плюс сердца, и мне сейчас немножко нужны сердца, наверное. Но нет.
Окей. Стало хуже. Ладно. Видимо, так. Посмотрим, что за боссы будут и что у меня за ситуация будет после них. Окей, боссы будут вполне адекватными, если бы только этой мелкой хрени тут не было. Да хватит прыгать, сраный наркоман. Окей. Ситуация у меня не супер, честно говоря. Так что я куплю еще как минимум одно сердце. Ау. Ау. Какого хрена? Окей. Дьявол, что ты мне скажешь? Окей, ты мне дашь жизни. Это идеально. Спасибо, дьявол. Ну, ладно, тогда я свалю. Если что, я смогу что-нибудь на следующем уровне купить. Окей. Куча денег, но небольшая куча денег, к сожалению. Но я все равно с этим ничего сделать не могу, так что придется подбирать. И иммун к проклятиям, который мне не очень нужен, сердце, которое мне тоже не очень нужно. Довольно так себе ситуация. Но что-нибудь из этого мне нужно взять, а иммун к проклятиям может мне помочь, и плюс он к тому же дает мне еще и черное сердце. Блин, у меня все еще почти базовый урон. Черт, да, он с той же стороны прилетает. Забыл. Окей, я понятия не имею, что это за враги и что они делают, но они умирают. Вот что они делают. Ау, надо было, наверное, купить, ау, ключ. И посмотреть, что за предмет. Это бы немного помогло, я думаю. Так, окей, твои бомбы мне пригодятся. Подходи сюда, чувак. Поближе. Еще поближе. Но это не поближе. Окей, не хочешь, не подходи. Мини-боссы не хотят мне помогать. Какой ужас. А, черт. Окей. Я не думаю, что это... А, нет, это работает с лазером. Это раздваивает лазер, офигенно. В общем, он раздваивает мои выстрелы. Хочу ли я в комнату с проклятием? Наверное, пока что нет. Стоп, а с ножом как? Окей. Потом проверю. Ладно. Нет, нож он вроде бы не раздваивает. Упс. У меня есть больше 30 монет, но с другой стороны еще есть на следующем уровне магазин. Там, возможно, сразу будет что-нибудь ценное. Почему заморозил только одного? Причем не того, к которому я ближе был, к которому я точно попал. Сраный босс, как я его ненавижу. Особенно, когда их два. Я не могу за обоими сразу следить.
Тратить два сердца ради повышения урона? Наверное, да, блин, потому что у меня урона нет. И в комнату с проклятием я не хочу. И синих сердец здесь нет в продаже. И бомб тоже. Да, нож никак не раздваивается. Ну и он и не должен, в принципе, в теории. Наверное. Окей, куча урона — это хорошо. Все остальное, что здесь продается, это не очень хорошо. Да, довольно много урона. И нож я, наверное, тоже куплю в итоге. Или даже не в итоге. Летает вокруг меня, блокирует выстрелы и дамажит врагов. Очень больно дамажит врагов, больнее, чем все остальные подобные предметы. Окей. А, черт. Окей. Умрите все. Все не умерли. Все плохо. Потому что тут все еще летает Энви. Все, Энви больше не летает. Энви снова летает, как я его ненавижу. Сраная муха. Я тебя вообще не видел. Эти руки. Я убил руку саму. Да. Окей. Все довольно ужасно. И тут все тоже довольно ужасно, потому что, собственно, ничего из этого мне не помогает. У меня есть деньги только чтобы что-то одно купить. Но поскольку ничего из этого мне не помогает, я не хочу ничего из этого покупать, собственно. Таблетку, возможно. Полная жизнь не помогает. О, нет. Два-то нафига? Ни одного бы вполне хватило. Ау. Ладно. Ну, это на самом деле довольно простая волна. Относительно. В сравнении с разными другими вещами, которые тут бывают. Но это последний уровень, так что... Да, двух сердец мне определенно не хватит на ультра-жадность. Я не могу получить больше никаким способом. О, почему я не зашел к дьяволу? Я наркоман. Почему он не остается? Я ради него с боссом сражаюсь, он должен оставаться после этого навсегда. Значит, это как-то нечестно и неправильно. Ну ладно, я покупаю все таблетки, потому что одна из них может оказаться чем-то полезным, но нет, она не окажется. Естественно. Я могу от жадности выйти сюда обратно? Не знаю, так что я сразу возьму. Ау.
Окей, он охрененно живучий, конечно. Это очень сильно мешает. И у него какой-то очень странный хитбокс. Ну, блин, если бы у меня была жизнь какая-то, или источник жизни какой-то, или сама жизнь, или если бы она продавалась в виде синих сердец где-нибудь хотя бы, то этот ран закончился бы намного лучше, я уверен. Но, увы. Но зато мне не придется еще в следующий раз играть за этого персонажа. Мне придется за него когда-нибудь играть, но, блин, в любом случае, хорошо, что... Хорошо, что хотя бы этот ран закончился, и мне не придется еще там много недель играть за этого персонажа, потому что пока что этот режим хуже всего. Ну нет, за Лоста он, естественно, еще хуже будет, но Лост это вообще другое. Но за синего чувака совсем как-то хреново. За всех остальных все очень хорошо и весело. Но когда у меня только синие сердца и никаких плюсов, не то, совершенно не то. Ну ладно, я надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо за просмотр. С вами был Ваймс. Пока.